Здравствуйте, уважаемые читатели! Я Педотова Мария Прокопьевна Мюргунет, детская писательница, член Союза писателей России. У меня очень много сказок, повестей для детей. Я с малых, когда училась в школе, стихи писала, потом маленькие рассказики, и сразу я написала роман «Тебедентят Нюльгунет» на японском языке. Первую часть романа перевела писательница Арианна Борисова. И после этого первую часть печатали здесь, на русском языке, Вичики, и потом я сама перевела на венский язык первую часть «Салония Нюльгунет». Эта книга называлась «Бакивун Кунга Нюльгунет». После этого Арианна Борисова, переводчица, выслала «Тебедентят Нюльгунет» на конкурс Екатеринбург, на международный детский литературный конкурс. И это моя повесть. Там, на этом конкурсе стала лауреатом международного конкурса имени Владислава Крапивина. После этого эту книгу «Тебедентят Нюльгунет», «Салония Нюльгунет» печатали в городе Москве другим названием «Игра камешки». Распространилась по России, детям очень понравилось, поэтому на международном тоже конкурсе получила премию. У меня более 30 книг. Да вот в этом году, в марте месяце, новую книгу печатали в издательстве «Комет». Они отправили в Новосибирск книгу «Ребенок, который ищет молоко». Очень хорошая книга на четырех языках. На русском, на якутском, на венском и на английском языке. Книгу иллюстрировала Павла Вадея Петровна, она моя внучка. Даже когда она училась в восьмом классе училась, она тоже иллюстрировала на русском языке книгу «Салуния Нюльгунет». Она вот сама вот сидит, скажет, что это он из России. Да вот, недавно я вчера перелетела, научил из Усть-Янского вуза. Там очень, им очень понравилась эта книга. Детям и взрослым, и вот это библиотекарям, и в школе, и очень они обрадовались, и я подарила книгу, вот эти книги. Как писательница, они меня вызвали в Усть-Янский вуз, и я там родилась. У меня юбилей 75 лет. Я очень хорошо съездила, во всех на слегах была, и там со всеми читателями встречалась, и с ними я разговаривала. Они сказали, что очень хорошо, что мы вот книгу взяли, у вас это, вы подарили нам книгу на четырех языках. Они, оказывается, сами конкурсы проводят на русском, на якутском,
на английском и даже на венском языке. Я благодарна Момскому национальному наследию, главе Дягилеву Ивану Евгеньевичу. Большое спасибо вам, Иван Евгеньевич, за эту книгу. Спасибо за внимание. Меня зовут Павлова Дарья Петровна. Я иллюстрировала книгу Марии Федотовой «Нуганет. Олененок, который ищет молоко». Это моя вторая иллюстрированная книга. Первая моя иллюстрации вышли, когда я училась в 8 классе Шалуни «Нуганет». Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. До свидания.